Hello, всем welcome. Это снова я. На этот раз мы пришли в такой вот храм. Находится он в Камакура. Очень интересно. Выглядит такой под старину. Красивый. Сейчас мы пойдем посмотрим, как там внутри. Вход 300 йен на человек. Так. О, микуджи. А, умамори. Умамори это вон это амулетто. 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 Ну, какие-то вот так. Амулеты. Интересно. Мэни. Какой мотто хироидес? Мотто хироидес. Хироид. Вот старинный дом. Здесь туризм. Туризм. Групповой у них. Почта. Какое? Здоровое здание. Мон метайс. Ворота. Ворота по-русски. Сундаймас. Майни. Скорее всего, раньше там были либо лучники, либо еще кто-то. Кто-то здесь охранял кто эти ворота. Ну, сейчас в данный случай, в данный момент там никого нет, и это просто как декорация. Интересный лес, там парковка красиво выглядит. Эти цветы как раз синие. Ну, мы продолжаем. Сейчас уже обед, жарко очень здесь. Конкретно именно около 30 градусов в тени. Хотя и время уже 3:30. Но в Японии жара как раз с 12, грубо говоря, до 4. Самое жаркое время. Самое жаркое. Здесь красиво, удобно сделали, можно отдохнуть. Если вы устали, вы можете здесь отдохнуть прямо на лавочках под деревьями. А вот, кстати, вон там видно эти цветы синие. Так, это вход в старинное здание. Вот тут тапочки. Маленькие они, проблемы японцы вообще. Такое здесь божество сидит. Большой зал. Там наверху дракон. Красиво. И такое в золоте. И там рядом еще какие-то два божества стоят. Это еще одно божество здесь. Двое. Здесь описание. То слева, то справа. Там какая-то оборудование внутри лет. Тапочки такие. Здесь вот тоже. А вот большой колокол. Большой колокол, но в него звонить нельзя. Поэтому мы идем дальше. Большой. Бамбук.
правит пропасть. これ全部お墓？マジか、すげえ。すごい。お墓。ああ。広いね。登りたいですか？登りたい？どうしよう？どうする？これ相談。まあ登りたいですか？うん、大丈夫。これ大変だから絶対。そうそうそう。これは登れないな。遠いもん。もう金、さっきの金がもっと。ああ、はいはいはい。これだ。これだ。ナショナルトレジャー。ナショナルトレジャーって言うんだって。大金。大金。思ったより綺麗じゃないね。確かに。うん、昔からだから。面白いです。これはな、これでも見たから。そうですね。デニス登りたいんでしょ？うん、大丈夫です。大丈夫。大丈夫？はい。Вот эти цветы сейчас начинают цвести. Обычно их смотрят.Здесь в этих храмах люди приходят. Но пока еще рано, еще не все распустились. Их очень много там. И посредине какая-то будка трансформаторная. Интересно, для чего? Там вот небольшой сад у них. На этом нака?Старый храм в японском стиле. Такой вот орнамент красивый. Очень старые ворота. Вот драгон. Драгон?Стороны тоже. Красиво. Старинный дом.Или старинный храм, как прям в этих японских фильмах старых, очень, очень напоминает старой Японии. Тут интересно, в принципе, посмотреть на все это, потому как это на самом деле, ну, не отреставрировано, а именно с тех времен так и осталось, их просто ремонтируют.Тут очень много статуй разных божеств. Тут решила посчитать. Также вот здесь какой-то знак. Люди туда кладут монетки или бросают монетки. Очень интересно выглядит. Да. Также здесь очень много. Да, скорее всего, их около сотни здесь.Старинная роспись на камне. Не знаю, сколько им лет, но очень много, судя по износу этого камня.Надписи очень сложно прочитать, потому что, ну, уже плохо видно. Чего мама сказала? Джинджа митай деска? А утера? Утера да не. Утера.
О, красивый фонтан с озерцом. Там вообще шикарный вид на лужайке. Отдохнуть вообще супер было бы. Монах деревянных.彼氏のお家、お寺。お寺なんだ。すごいね。彼氏のお家？お寺。お寺。お寺なの。お。すごい。カメラいる。カメラカメ。お、チェリパ。タートルズ？タートルズ。タートルズ。タートルズね。チェリパ。ただ綺麗水なしんでるからでも綺麗に撮れない。